Так, ну вот я только что вышел с территории Тульского Кремля, посмотрел, все доволен как слон. Все очень здорово, классно. Еще раз повторюсь, очень много впечатлений, масса положительных эмоций. Вот дом правительства Тульской области, площадь Ленина, улица Менделеевская, еще раз городской Кремлевский сад. А я направляюсь сейчас вот туда, вот хочу дойти до пешеходной улицы. А там есть еще кое-какие достопримечательности, интересные объекты. Так, ну вот обойдя немножечко слева Тульский Кремль, вот стена боковая с левой стороны. Я вышел на вот такую вот небольшую пешеходную улицу. Что-то типа а-ля Московского Арбата. Здесь вот торговые ряды, палатки. Улица называется улица Металлистов. Так, это выставочный зал. А вот это вот дом жилой, середина 19 века. Вот такие вот старинные постройки, сооружения сохранились здесь. Прошел по улице Металлистов и, проходя мимо вот такого симпатичного здания из красного кирпича, понял и посмотрел, что это музей-заповедник Куликово поле. Пространство археология. Вот такое вот симпатичное двухэтажное здание. И вот я сейчас сюда вот зайду, посмотрю, что там. Ага. Так, ну я все-таки сейчас выйду. Я зашел, посмотрел, что здесь. Такой вот дворик, набережная на реку. На речку Упо. Так, ну вот, я прошел до конца улицы Металлистов, до вот этой пешеходной улицы, вот. Сейчас хочу выйти к новому зданию музея оружия.
А вот оно, вот это вот здание музея оружия. В виде рыцарского шлема. Вот это вот городской концертный зал. Сейчас я перейду на ту сторону и пройду к этому музею. Напоминаю, это город Тула. Вот сюда по подземному переходу я перейду на ту сторону. Так, ну вот я перешел на другую сторону Советской улицы. И вот буквально в 200 метрах от меня вот новое здание музея оружия. Вот оно, вот улица. Вот напротив меня Тульский оружейный завод. Там вот Кремль. Тут даже такая надпись: Тула — оружейная столица. И вот такая вот здесь беседка. И вот такой вот красивый музей. Музей оружия. Так, ну вот, я перед музеем оружия. Новым зданием. Такое вот оно красивое очень. Сейчас вот я постараюсь зайти в музей. Тут на территории музея перед ним военная техника. Здесь, кстати, вот большая парковка есть. Техника, центральный вход в музей, вот туда вот направо. Вот, подземный паркинг тоже есть. Так, зенитная самоходная установка. Ну вот, я немножко поднялся, вот еще вот техника, она еще здесь вот есть, военная техника. И вот центральный вход в музей. Адрес музея: Октябрьская, дом 2, город Тула. Так, ну вот я нахожусь
Тульскому военному музею, музей оружия. Вот столько всяких разных оружий, орудий. Точнее, не орудие, а оружие. Поднялся на третий этаж музея. Вот винтовка, винтовки, оружие. Бойцы Тульского рабочего полка, полка НКВД вместе с единичками заняли противотанковую оборону. В район Орловского шоссе решено было дополнительно выставить зенитные батареи. На передней крайней вечере будут... Спасибо.
что посетил я музей оружия в новом здании. Вот, остался доволен, очень все понравилось. Экспозиционные залы со второго по пятый этаж. На первом этаже зал миниатюр. На первом этаже я не стал посещать, а со второго по пятый я сходил, прошелся, посмотрел, все очень понравилось. И винтовки, и ружья, и автомат калашниковый, и пистолеты. Вот такое вот здание. Еще раз повторюсь. Находится по адресу улица Октябрьская, дом 2, город Тула. Стоимость билета 500 рублей. Входит просмотр со второго по пятый этаж основных экспозиционных залов. Посмотреть миниатюрный зал с миниатюрами на первом этаже стоит 150 рублей. Да, и 500 рублей это взрослый без льгот, а льготный 300 рублей. Так что всем настоятельно советую, рекомендую, будете проездом в городе Тула, обязательно посетите вот такой вот музей оружия. Их два музея. Один на территории Тульского Кремля, а другой вот новое здание. Вот такого в виде рыцарского шлема. Очень здорово, очень классно. В общем, очень понравилось.